Наверное, Анисин. Да, вот у него шайба. У Анисина трудно справиться. Очень быстрый, верткий, мощный. Запихнули все-таки шайбу в ворота. И благодаря вот этому игроку, 88-му номеру. Ну, динамовцы как-то неуклюже сыграли в своей зоне. Вот она. Не видит, где шайба. Еременко, и ее добивает в ворота Анисин. 2-2. Пятьдесят семь секунд до окончания. 10 секунд хватило.